Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, предстоящая встреча с лидером Северной Кореи – шанс достичь действительно замечательного результата. Президент США Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите «Большой семерки», в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, предстоящая встреча с Ким Чен Ыном – шанс достичь действительно замечательного результата. «Я на пути в Сингапур, где у нас есть шанс достичь действительно замечательного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующий день, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень усердно, чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше», – написал американский президент в Твиттер. Прибытие Трампа в Сингапур ожидается в 20:35 воскресенье по местному времени. 15:35 по Киеву. США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности. Напомним, встреча лидеров США и Северной Кореи состоится в Сингапуре 12 июня. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.